Если спросить у любого из этих горожан, какую роль играет в их жизни лес, услышишь множество ответов, разных, но в чем-то главном схожих. Лес. Отдыхаю на природе. Лес — это и здоровье, и радость, и природа. Ну, вообще лес — это чистый воздух, приятная зелень. И весной особенно очень приятно гулять по лесу с детем, с маленьким. Природа — это жизнь человека, то есть без природы не будет жизни, поэтому нужно всячески оберегать и бороться за сохранность наших лесов. Лес — зеленая колыбель человечества. Он укрывал, согревал и кормил нас на заре нашей жизни. Испокон веку он сохраняет наши реки. Он лечит нас от многих болезней, открывая живительный, целебный бальзам своих трав. Огромна роль леса в социально-экономическом развитии общества. Человек не может обойтись без древесины, а 2/3 всей массы органических веществ, вырабатываемых на суше, дают нам леса. Нужно ли рубить лес? Это не предмет для спора. Да, нужно и даже необходимо. И не только для наших жизненных и хозяйственных нужд, но и во имя самого леса, его здоровья и долговечности. Но рубить по-научному, планомерно, заглядывая в далекое будущее. И рядом с этой проблемой другая проблема восстановления леса. Всесоюзный научно-исследовательский институт лесоводства и механизации лесного хозяйства вот уже полвека главный центр науки о лесе в нашей стране. На опыте его работы этот фильм рассказывает о проблемах комплексного исследования лесов, их планомерного воспроизводства. Развитие научно-технического прогресса в этой области можно выразить следующей формулой. Интенсификация многоцелевого лесного хозяйства на основе комплексной механизации. Вот что говорит об этом директор института, доктор сельскохозяйственных наук Николай Александрович Моисеев. Главные проблемы лесной науки, естественно, нашего института заключаются в том, чтобы разрабатывать наиболее эффективные способы и технические средства интенсификации многоцелевого лесного хозяйства на индустриальной основе. Что это значит? Человечеству требуется с каждым годом все больше древесины, пищевых, технических, лекарственных продуктов. Возрастает роль лесов в защите почвы от эрозии, в регулировании гидрологического режима, очистке атмосферы. Леса становятся местом для массового отдыха населения. И особенность лесов та, что они возобновимы. И с помощью науки от них мы можем получать все больше различных продуктов и полезностей. Но для этого надо повысить продуктивность лесов, обогатить их состав. Другими словами, лучше приспособить леса к потребностям людей. Каким же он будет, лес нашего завтра? Тот лес, который мы оставим нашим детям и внукам. Об этом думают сегодня в лабораториях, в конструкторских бюро. Ученые, инженеры, практики ищут наиболее оптимальные решения лесоводческих, лесохозяйственных проблем. В основу современной организации научно-исследовательских работ положен метод сквозных комплексных бригад разработчиков ученых и производственников.
Лесовосстановление – это задача не только биологическая, но и промышленная, требующая настоящей лесной индустрии, ибо ведется она в огромных масштабах на больших площадях. Наиболее трудоемкие и биологически важные задачи лесовосстановления – подготовка почвы и посадка культур – решены на основе комплексной механизации. Многие машины разработаны инженерами-конструкторами института. Как только закончены вырубка и вывозка леса, на делянку выходит корчеватель. Раскорчевка пней на полосах шириной в 2,5 метра с одновременной засыпкой ям корчевателем МРП широко применяется на многих лесохозяйственных предприятиях. Вспашка ведется плугом ПЛМН, который создает микроповышение до 22 сантиметров. Таким образом, культуры будут предохранены от вымокания. Конструкторы института создали несколько типов весьма эффективных лесопосадочных машин. Одна из них – лесопосадочная машина ЛМУ. Машина СЛГ высаживает саженцы, не разрушая микроповышений. Производительность ее 2,5 гектара за смену. Этот лес создан руками человека. Молодые посадки поднялись на вырубках, на горных склонах и оврагах, стали лесозащитными полосами в степи, там, где земле, воде, человеку требуется добрая помощь зеленого друга. Рукотворные леса стали приметой многих пейзажей. Курская и Орловская области – земля, которую буквально исцелил лес. Благодатные земли, исконная житница России. Но овраги и балки, страшные эрозийные процессы пожирают тысячи гектаров этой плодородной земли. Там, где интенсивность эрозии велика, остановить ее может только лес. Орловские и Курские овражно-балочные земли стали настоящей природной лабораторией ученых Всесоюзного научно-исследовательского института лесоводства и механизации лесного хозяйства. Это лес особый. Северные пришельцы, сосна, лиственница, ель, мирно сосуществуют здесь с исконно местными породами – дубом, тополем, березой. Этот лес и сегодня – под постоянным контролем ученых. И какой же лес без ягод и грибов? Сегодня эти места стали любимой зоной отдыха горожан. Ученые-лесоводы и инженеры-конструкторы института разработали технологию облесения овражно-балочных систем на основе комплексной механизации. Базовой машиной, которая может работать в агрегате со многими механизмами и приспособлениями, стал крутосклонный трактор ДТ-75К. Работает ротационный террасер. На склонах балок крутизной до 20 градусов сильно смытыми почвами производится напашное террасирование трактором ДТ-75К в агрегате с плугом ПЧС. Кабина трактора оборудована двумя сиденьями, что позволяет водителю работать челночным способом.
терраса шириной в 2,6 метра готовится за 2-4 прохода плуга. После подготовки террасы на нее выходит рыхлитель. Плуг ПЛС производит подготовку почвы в виде двух отвальных борозд. Плуг оснащен рыхлительной лапой. Облесение овражно-балочных систем коренным образом меняет ландшафт и микроклимат местности, сохраняет тысячи гектаров земель от водной эрозии. Другой географический район – Кавказ. Район минеральных вод. Горы, которые создали знаменитый микроклимат Кисловодска, его живительные нарзаны. Деятельность человека, который издавна добывал здесь камень, вырубал леса, пас где попало свои стада, привела к тому, что исчез лес с этих вершин, а грязевые сели, оползни, бурные потоки сделали свое дело. Здесь, в районе Кисловодска, на одной из баз института уже много лет ведется огромная научная и практическая работа по облесению горных склонов. Как и на овражно-балочных землях, здесь применяется метод напашного и нарезного террасирования. Работают секционные террасеры ТС. Горный климат особый. Здесь множество зон, от субтропиков до северной тайги. Это позволяет создать в горных лесах большое разнообразие культур. Горные лесопосадки – это ценные породы лиственных, дубов, буков, кленов. Это богатейший набор хвойных – ель, кедр, лиственница, сосна. Это разнообразие фруктовых и орехово-плодных культур. Горные леса имеют особо важное водоохранное и водорегулирующее значение. В безлесных горах начали исчезать и искудеть знаменитые нарзанные источники. И именно лесоводы помогают сейчас восстанавливать это уникальное, целебное богатство Кавказа. И снова вернемся в Подмосковье. Дендросад Ивантеевского питомника. Третье поколение селекционеров и генетиков работает здесь над улучшением природы растений. Лес нашего завтра должен быть высокопродуктивным, быстрорастущим, устойчивым к болезням и вредителям. Изменяется сама география растений. Южные породы методом интродукции и гибридизации переносятся в более северные районы. Массовое размножение лучших пород может быть осуществлено только с переходом к сортовому семеноводству на селекционной основе. Как показывает опыт, наиболее перспективным для искусственного лесовосстановления является способ выращивания культур из сортовых семян в теплицах под полиэтиленовой пленкой. Создан целый комплекс машин для работ в теплицах и питомниках.
Выращенные в теплицах сеянцы после сортировки высаживаются в школу для доращивания. Эту трудоемкую операцию производит пятирядная машина S-Chape. А уход за саженцами осуществляет четырехрядный культиватор. Научные сотрудники питомника постоянно наблюдают за саженцами в школах, ведут селекционный отбор. Сколько труда надо было бы вложить, чтобы вручную выкопать всю эту плантацию? Машина делает это во много раз быстрее. Наша страна – богатейшая в мире лесная держава. Принципы и методы ведения лесного хозяйства в СССР являются примером для совершенствования мирового лесоводства. Поэтому не случайно именно у нас в сентябре 1979 года состоялся международный симпозиум по проблемам техники и технологии лесовосстановления. Гости из 35 стран знакомились с работой советских лесоводов с новыми машинами для лесного хозяйства. Лесовосстановление – главнейшая задача советских лесоводов. О том, как она решается, говорит председатель Государственного комитета СССР по лесному хозяйству Георгий Иванович Воробьев. Ученые-лесоводы создали систему машин для посадки новых лесов. И вот благодаря помощи, хорошей связи ученых с практиками, есть возможность успешно выполнить пятилетний план посадки леса. За истекшие годы пятилетки площадь лесов увеличилась на 8 миллионов гектаров. Для миллионов людей, живущих на Земле, для тех, кто придет в этот мир завтра, возрождаем мы старые и создаем новые леса. Пришло то время, когда природе самой не справиться, не успеть. И долг лесоводов – помочь ей, чтобы не оскудела, не обеднела наша планета, чтобы по-прежнему покрывала ее животворная зелень лесов.